Сергей Михайлович, мы ранее как бы заявляли о том, что вы не пойдете в мэры. Сейчас уже собрались. Почему передумали, что... Если вы помните, почему я говорил, что не пойду в мэры? Одна из причин была в том, что был монолитный городской совет, в котором 60 регионалов. Это первая причина. Я сказал, я не самоубийца, в такой городской совет я не пойду. Сегодня этой монолитной силы нет. Сегодня все это разрушено на маленькие ячеечки, которые совершенно свободно можно собрать в одну команду, которая будет называться команда людей, которые готовы строить новый Николаев. Я в это верю. Это первая причина. И вторая причина, когда мы разговаривали на преступности нет, была связана с тем, что было мирное время, и никто не помышлял о том, что может произойти то, что происходит сейчас. Мы не говорили ни о Майдане, мы не говорили ни о чем. Мы рассуждали в мирное время. Сегодня, когда то, что происходит в стране, если бы я не принял это решение, которое я принял, хотя оно далось очень нелегко, меня бы считали или предателем, или приспособленцем, который... готов участвовать в избирательных кампаниях, когда все хорошо, а когда все плохо, взял и спрятался в кусты. Я посчитал для себя это некорректно. Ну а есть ли смысл идти всего там на короткий срок на мэра? Потому что вообще Верховная Рада наша подумала это объявление через местные советы, то есть и мэрские опять же. То есть это максимум на полгода вы можете пройти? Даже меньше. Ситуация заключается в том, что, а есть ли смысл тогда жить на белом свете, если на пороге война? За 4 месяца надо решить проблему. Прежде всего, проблему спокойствия в городе. И главная проблема, которая стоит у любого мэра, кто бы им ни стал, это безопасность людей и спокойствие в городе. Вот за 4 месяца эту проблему можно и нужно решить. Есть ли человек, который возглавляет ваш избирательный штаб? Избирательный штаб? Я возглавляю избирательный штаб. Нет, есть команда, которая занимается выполнением. Я возглавляю эту команду. А после вас? После меня еще есть 3 человека, которые занимаются разными направлениями. Вам всех назвать, я не буду их называть. Геннадий Задорко не входит ни в мой штаб, не участвует в работе рядом со мной. Самостоятельный общественный деятель. Единственное, что я бы не хотел сейчас переходить к обсуждению меня как кандидата в мэры города, я готов на первый, второй день после того, как получу удостоверение, пойти в этот зал или в какой-то другой, ответить на все вопросы, которые вас интересуют. Потому что мы сейчас заговорим главную тему.